Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых. Сегодня открываем посылку, получил. Давайте вскроем ее. Значит, заказывал я себе микрофон Sennheiser. Заказывал себе из Швеции, из какого-то магазина музыкального. Вот она пришла в коробочке. Значит, ценник у нее, если в переводе на евро с наших шведских кронах получается 2500 крон, и отдал примерно 255 евро. Значит, там одна бумага, больше ничего нету. Значит, везде она стоит за 300 евро. Вот, но каким-то образом я в этом магазине погуглил и нашел скидочку. Вот она, коробочка. Так, что у нас здесь? Значит, два микрофончика. То есть это не микрофон, это типа Bluetooth здесь. Вот они два. Один на прием, другой на передачу. Значит, это для фотоаппарата быстрый съемный башмак. Как вставляешься? Ну, типа так. А, здесь они должны быть разные быть. Так. А, вот микрофон. А это значит, это микрофон, а это значит для фотоаппарата вставлять фотоаппарат. Типа так, такого. Дальше. Кабель. Это вот быстрый башмак есть. Вот. А, нет, как? Я не понял. Что-то вначале здесь надо. А. Или вот таким вот образом. Ладно, сейчас подключим, посмотрим. Далее микрофончик с клипсами. Да, вот и микрофон. Это букварь. Это у нас кабель. Стикеры и еще один букварчик маленький. Так, ну это все не надо, это выбрасываем. Целлофан туда же отправляем. Вот так. Теперь берем фотоаппарат. Значит, у нас что идет? Вначале нам надо их законнектить. Если, конечно, заряд есть. Где здесь у него кнопочка? А вот кнопочка. Значит, нажимаем на кнопочку и держим ее. И, по-моему, надо заряжать. Все разряжено. Не контачит. Один вот этот башмачок, который. Он. Вот этот приемник. Мы кладем или в карман его, или вот это приспособление сделано. Оно довольно-таки приятный на ощупь. Здесь резиновые прокладочки есть. То есть мы вставляем его вот так вот сюда. И как раз микрофон вверх и куда-нибудь в брюки. За брючный пояс. Ну, за пояс, за ремень там цепляем. Микрофон здесь находится. Значит, это что с этим? А вот этот, как я уже говорил, это горячий башмак фотоаппарата. И второй
второй приемник. Все, он здесь стоит. Единственное, что... Вот, да. Так и в микрофонное гнездо. Микрофон. Все типа такого. Вот. Вес у них вообще... Его практически нет. Вот вместе с башмачком... Сейчас мы завесим. У меня есть такие весы для мелкого. Вот это вот вместе с адаптером стоит, весит 63 грамма. А этот вместе с этим адаптером, ну, который цепляем, 59 грамм, я не понял, в чем разница. А, ну да, здесь набалдажничек, он утяжеленный. Вот. Буквально оба они весят 123 грамма. Ну и плюс кабель. Все, сейчас ставлю заряжаться, буду испытывать. А как они работают, значит, здесь вот есть две кнопочки. Вот они. Их надо нажать вместе и подержать 5 секунд. И вот здесь вот, вот видите, загорелось, потому что я сейчас уже подзарядил немного. Вот она моргает. Я немного подзарядил, вот. Они когда законнектятся, они загорятся обе зеленым светом. И после этого можно приступать работать. Зарядка происходит от USB кабеля, который идет в комплекте. Ну вот, вроде как бы и все. Все, ребята, кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем колокольчик. Все, всем спасибо и пока.